Вы ученых тогда не выгнали, они сами уехали. Вы их погрузили в теплоход, вспомните философский теплоход. Лучших философов России в наглую вы одних расстреляли, других на теплоход, и рады, мы отправили всех за границу. Вот, это все проблемы. И царский режим имел недостатки, и советский, и ельцинская эпоха. Но мы же сами для чего здесь собрались? Вот галстук, сколько здесь цветов? Посмотрите, а? Давайте разделим на эти полосочки. Будет галстук? Не будет. Так и политические партии. Нас здесь много, разного мы, так сказать, взглядов, разной концепции. Но все вместе мы власть. Чай, чей? Кто пил чай здесь? Зюганов пил? Замените. Поэтому мы с вами сто лет вызывали у населения ненависть к власти.